сегодня у нас на обзоре очередная китайская ручка, достаточно дешевая, стоимостью всего лишь 245 рублей. Джинхао, модель 8517. И угадайте, кого она напоминает, эта ручка. Вернее, что она напоминает. Раз, два, три. Ну, скажем так, угадали. Ручка нам напоминает Lamy Safari. Немецкую ручку, кто не помнит. Чем привлекла меня эта модель? То, что она сделана прозрачной. Вот. Это дает ей некий такой шарм. Ручки Джинхао, как мы уже с вами видели, достаточно надежные. Они качественные, вот насколько мы видим. И оригинальные, скажем так. Посылка шла 28 дней. Стоимость ручки, как я уже говорил, 245 рублей. В магазине есть выбор разных цветов. Это белый, желтый, зеленый, синий, черный, оранжевый есть. Все достаточно приличные и прозрачные. Колпачок довольно плотно сидит. И как мы видим, внизу колпачка есть специальное такое устройство для того, чтобы не сохли чернила. Сделан качественно, но по китайской традиции там торчит болт, который держит клипсу, собственно. Совершенно обыкновенный колпачок. На клипсе логотип Джинхао. Это лошадка там у нас скачет. Что-то уже тут поцарапалось. Ну ладно, это ничего страшного. Перо. Стандартное перо с насечкой Джинхао. Логотип. А перо 18К. GP, как говорит китаец, иридистое золото. Буквы GP означают, что при нанесении золотого слоя использовался гальванический метод. Перо 0,5 мм. Длина ручки с колпачком 138 мм. Вес 17,2 грамма. Диаметр 14 мм с колпачком и 12 мм без колпачка. Не будем долго разглагольствовать, заправим и попробуем что-нибудь написать. Будем заправлять традиционно синими чернилами, поскольку они у нас еще не кончились. Так, как вы видите, я уже весь извозякался в чернилах, но ничего страшного. Ручка наша любимая Джинхао, модель
Ну что сказать об этой ручке? Джунхао, как всегда, не подвела. Расписалась моментально. Ощущение о пере очень хорошее. Очень хорошо реагирует на все. Можно тоненько, можно жирненько. Обратной стороной пишет, но с зацепом. Но я думаю, что это просто перо не разработано еще. Это немножко его им пописать, и все будет прекрасно. В остальном очень хорошая ручка. Мне очень понравилось. И на нажим она реагирует, и в остальном никаких замечаний. Единственное, что я тут весь изляпался в чернилах, а так, в общем-то, совершенно отличная ручка. Вот посмотрите, когда она заправлена. Все видно, все прекрасно. Ну и сама по себе она оригинальная. Конечно, она на Далами Сафари, конечно, немножко не дотягивает, но качество прекрасное. Джунхао, как я говорю, очередной раз не подвела. Итак, общее впечатление о ручке. Качественно сделано. Перо соответствует своим характеристикам, само собой. Оригинально, прозрачно. Очень такая... Таких особых недостатков, ну, не заметил. Жду ваших комментариев, мнений. Пишите, будем ждать. А так, до новых встреч. Пока.